Сегодня 1 июня. В Этюли прилетел Рой 2 недели назад. Время 21 час вечера. Пчелы почему-то вытолкнули матку на улицу. Чего им мало, неизвестно. Вытолкнули, ну-ка, потрогай ее. Ну-ка, вот матка. Или старая, или больная. Рой прилетел сюда, поселился, работает. Матку вытолкнули, матка ползает. Пчела еще укусила. А так пчелы кусают. Вырваться не может. Давай, улетай. Все, улетело. Жало осталось. А матка кое-как ползает почему-то. Не знаю, что с ней случилось. Может, какая-нибудь старая прилетела с роем. Рой большой. Вскрывал улей. Детва есть. Значит, матка плодовитая. А это почему вышло? Никак понять не могу. Сейчас мы ее поставим на место. Попробуем. Ну-ка. Эти пчелы добрые, не сильно кусают. Вот матка лежит, чё еще мало, неизвестно, какая-то больная, даже не шевелится. Куда я еду сейчас? В улей обратно засунуть палочкой. Так, выйдет. Так что неизвестно, что такое. Герой-то молодой, живет, говорю, недавно. 2 недели. Может, было 2 матки в улье. Там не найдешь. Пчел много очень. Сейчас попробую на место ее закинуть. Вот она, матка. Блин, резкости нету никак. Пчелиная. Попробую немножко увеличить.